Однажды мы репетировали, а сцена начинается с того, что очень жарко, а потом дождь начинается, да. И была такая хорошая репетиция, мы шли уже на выпуск, мы играли в дикую жару летом в репетиционном зале, и вдруг на слово пошел дождь, и природа аккомпанировала нашему спектаклю. Они никогда так не играли, потому что они вот этот час с лишним первого акта, они жили и понимали, что весь мир им аккомпанирует. Они восприняли как хороший знак. А когда спектакль кончился, через два дня у нас там, вот, посмотрите, град с куриное яйцо. У нас был град с куриное яйцо. Угу. Это где? Вот здесь вот, да? Да, это вот, вот а вот здесь слышно в Москве. В Москве это было вот такие грейды, на которые сбомбили. Вы говорите, аккомпанировало. Что, здесь слышно? Как конечно, дождь слышно. Да, конечно, вот по этой крыше, да, по крыше. Ну что, здесь же у нас мы как на чердаке, понимаете, здесь. Иногда я поражаюсь. Вот они все молодые, там 25-30 лет. А это начитанные люди, которые ни в чем не уступают, как бы вот актерам в возрасте, имеют свою точку зрения. И я думаю, что это они все мастера. Им просто в других местах не дают возможности реализоваться. Вот. И они себя вообще-то ощущают вполне нормально. Им чуть-чуть, вот дать чуть-чуть глоток кислорода, и вы увидите, что это за люди. Я считаю, что они все театральные звезды. Вот. Если немножко нам еще чуть-чуть везения, я буду стоять в очередь, чтобы они у меня поиграли потом. Я буду говорить, а помнишь, ты у меня когда-то играл? Дело все в том, что у меня очень хорошая компания в этом спектакле. Это молодые яркие артисты, которые в полном расцвете сил, несмотря на то, что там кому-то только 25 лет, предположим. Но я понимаю, что я имею дело с мастером. И я говорю там Володе Тимошенко: Володя, если ты будешь ставить скоро, я с удовольствием буду тебя играть. Потому что я понимаю, что там зреет в недрах этого таланта там что-то такое. Трата всех угощает, плачет и смеется, смеется и плачет. Какие стихи читаешь? О родине.